был пойман сотрудником дорожно-патрульной службы автомобиль Ford Fiesta, который совершил не остановку транспортного средства на улице Урицкого. Они его гоняли по всему городу, и вся эта погоня закончилась в юго-западном районе. Закончилась она в заборе. Пострадал от этого автобус, пас. Ну и сам водитель, я думаю, получил какие-то легкие телесные повреждения. Также он находился в состоянии алкогольного опьянения. Здравствуйте! Мы всегда на страже города. Конечно, ребятам мешаем праздники отмечать. Минут 40 в погоне была. Обалдеть. И вот это вон там встретились. Да. Нормально. Суицкого знали. Я вижу, какой репортаж. Подготовили шикарный. Хотел уйти, но не ушел. А где вообще он не остановился? Он не остановился, да? Начали... Суицкого проспект Труда. Начали брать оттуда. Расскажите, что с вами случилось? Наткнулся на пенек. Что ж за пенек такой? Большой пенек. А вы выпивали сегодня? Не. На приеме. Не выпивали? Никак. Едет, едет, увидел нас и газ. Мою машину угнали, все. Перевесил мою машину, угнали. Не трожьте, меня угнали. Все, я стою, все дальше. Серег, мою машину угнали? Угнали. И я был виноват. Ну в себя не надо дуть, он не покажет. Прибор невозможно обмануть. Да. В себе, не в себя, выдыхайте. Вот. Выдыхайте, вот. Да? Да, 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 да. Обхватывайте губами трубку. Ну. Трубку обхватывайте губами. Обхватывайте. Не в себя, ну. Не надо. Ну видите. Это вообще смешно, а. Взрослый мужчина. Да. Продувайте. Продувайте, как шарик. Ну вы в себя дуете. Видите, вот здесь. Ноль. Отказ, короче, отказ. Прохождение на месте. Вы будете дуть или нет? Дуй, я жду. Давайте. Будете дуть или нет? Конечно, дуй. Да в себя не нужно дуть. Я ну вы отказываетесь дуть. Вы Ой, кошмар верхних дыхательных путей. Я дую, вот, давай. Ну, отказывайтесь. Ну, дуй. Все, я жду. Отказ. Ну видите? Ну да, здесь отказ. Я дую, вот, давайте, давай. Ну, вы в себя дуете. Это не дуешь, это сосешь называется, ты дунь. Бля, я думаю, как выдыхайте воздух, а не вдыхайте. Как? Выдыхайте воздух, а не вдыхайте. Ну. Что ну? Что? Ну, я. Здесь же не дураки нам собрались. Напишите вы отказ, ну что, сколько можно предлагать ему продуть? В отказ тогда и все. Здесь мы все свидетели. Как? Я не могу понять. Удачно? 1,4 это миллиграмм на литр выдыхаем воздуха. Вот это серьезненько. Спасибо, доброе утро. Доброе. Доброе утро.